Я назвал смесь «любовь». Но потом, через некоторое время, я заметил, что начало появляться некое негативное значение, поэтому я изменил название на «радость» в 1993 году. Но первоначальное назначение смеси «радость» была «любовь». И однажды я готовился к семинару, и ко мне подошел один наш дистрибьютор. У нас была гигантская толпа, около 13 человек. И когда все закончилось, она говорит: «Гэри, что мне сделать, чтобы муж полюбил мои масла?» Некоторым такое знакомо, а? Я сказал, что это очень просто. Не дай ему знать, что ты их используешь. И она сразу спросила: «А как это сделать?» Она говорит мне, что каждый раз, когда я добавляю масла в диффузор, и он входит в дом, чувствуя запах масел, то он злится и просит меня убрать эту воничку из дома. И я сказал ей, что у нас есть шанс это исправить. Так что, мужики, закройте пока свои уши. Я сейчас собираюсь рассказать дамам секрет. Окей? Итак, она спросила меня, как это сделать, и я рассказал ей секрет. Я не знаю ни одного мужчины, который нюхает свои шорты, прежде чем надеть их утром. Так что я говорю: возьми смесь «любовь», смесь «радость» и просто окропи его шорты. И она спрашивает: «Это что, действительно работает?» И я ответил: «Время покажет». И добавил, что когда он уходит на поле, включай диффузор и наполняй свой дом любовью. И когда ты знаешь, что он возвращается, открывай настежь окна, двери, включай вентиляторы и проветривай дом. Она: «Я не хочу избавляться от аромата». Я говорю: «Ты избавишься от аромата, но ты не избавишься от вибраций. Это масло войдет в изделие из дерева, эти молекулы войдут в ваш ковер, они попадут в ваши шторы, они пропитают все в вашем доме и сохранят вибрации». Забудь про аромат, он тебе не нужен. Тебе нужны вибрации. Так она и делала, каждый день как отче наш. Прошло пару недель, и она звонит и говорит мне: «Гэри, похоже, это ничего не меняет». Я отвечаю, что я не говорил тебе, что это произойдет быстро. Тебе попался крепкий орешек, дай ему немного времени. Я просто сказал оставаться религиозным с этим. Каждый день, каждую ночь, капай на его шорты. Я говорю, что ты даже можешь побрызгать его обувь, потому что мужчины точно так же не нюхают свою обувь, надевая ее. Так она и сделала. И примерно 4 месяца спустя она мне позвонила, пришла в офис. Ее пропустили ко мне в лабораторию, где я работал. И она говорит: «Гэри!» И она была вся в слезах. Ей было очень трудно говорить. Я ее успокаиваю, убеждаю, что все будет хорошо, сделаю глубокий вдох. Что случилось? И я уже предвещаю на основе чувств внутри меня, что случилось что-то плохое. У меня было предвкушение полного провала. И она говорит: «Ты не поверишь. Давай проверим», уже настроился я. И она начала рассказывать, что выполняла все как отче наш, каждый день, каждый месяц. И говорит, что сегодня был очередной обычный день. Я была дома, у меня работал диффузор. Я знала, что муж вернется домой только через пару часов. То есть у меня было много времени, чтобы попылесосить, убрать, проветрить дом и приготовить ужин. Когда... вдруг, говорит она, максимально неожиданно, дверь распахнулась, заходит муж, оба моих диффузора лопатят на полную мощность. И сейчас, на секунду, вы должны представить, что было в жизни этих людей, в их отношениях, как пары, чтобы вызвать такую реакцию. Потому что это были ее слова. Она сказала: «Я застыла, как вкопанная. Я знала, что он будет кричать на меня снова». И она говорит, что он остановился, посмотрел вокруг и... «Чем это пахнет?» Она смогла выговорить только: «Это просто любовь, дорогой». А он ей: «Почему ты никогда не пользовалась этим раньше?»
Неплохой запашок. Он зашел в дом, пока она стояла парализованная с пылесосом. Он обнял ее. Он погладил ее. Он поцеловал ее и сказал: «Я люблю тебя». Она услышала эти слова впервые за 27 лет. И позже, в течение года, он продал свою ферму, и они вместе строят свой бизнес Young Living. Молекулы эфирного масла изменят вашу жизнь.